Сотрудники Мысищинского отдела ГИБДД в эти дни проводят рейды профилактического характера, направленные на снижение аварий с участием детей. Речь идет прежде всего о перевозках несовершеннолетних в автотранспорте. Российское законодательство не раз изменялось в этом вопросе, но неизменными остаются задачи сохранить здоровье и жизнь юных пассажиров. Сотрудниками отдела ГИБДД МВД России Мытищинская проходит плановый рейд «Ребенок-пассажир», в ходе которого инспекторы выявляют нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. А также сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снижать скорость вблизи детских учреждений, на придомовых территориях, а также на парковках у торговых центров. В ходе этой проверки сотрудниками госавтоинспекции не выявлены нарушения правил перевозки детей. В каждой из машин маленькие пассажиры находились либо в автокресле, либо были пристегнуты детскими удерживающими устройствами. Тем не менее, полицейские напоминают, скоро начало учебного года, и водителям стоит быть особенно внимательными и снижать скорость возле детских садов и школ.